Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 мая 2022 года. Я продолжаю наш новый цикл поэтов, имена в ожившей поэзии, где я отображаю имена всех поэтов. Ну, может быть, я кого-то случайно пропущу, но в основном всех поэтов нашей ожившей поэзии. Уже порядка 80 имен мы отобразили, а у нас всего их 610, но вот завтра я буду пересчитывать, каждый месяц прибавляется у нас количество имен. Но как мы планировали, за 10-11 месяцев мы даже, может быть, и быстрее решим эту проблему, и все имена поэтов, которые участвуют в нашей ожившей поэзии, будут в этом цикле отображены. Итак, сегодня мы заканчиваем уже скоро букву «Б» и познакомимся сегодня с такими поэтами нашей ожившей поэзии. Таня Баньковская. На стихи Тани Баньковской вы услышите композицию «Слова». Затем Ольга Боровикова. На стихи Ольги Боровиковой вы услышите как «Озябший птенчик». Далее мы сегодня у костра. На стихи Давыдовой «Ласточки». Затем «Несовпадение совпало» на стихи Ирины Путко. И закончим мы сегодняшний мини-концерт композиции «Здравствуй, Март» стихи Бакатина. Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Итак, начинаем. Начинаем с композиции «Слова» на стихи Тани Баньковской. Нас захлестнула тишина, в ее удушливом угаре мы почему-то замолчали. И жёстче стали имена, нас разделила тишина, слова застыли ком в горле, а им бы быть сейчас на воле, но недоверия стена возводит новые преграды, слова их ослабить рады, но вновь злословие волна накрыла черным палантином, и нам уже не быть единым, как в тиные времена. Сейчас исправит бал война, и вновь отчаяние без сна, с какой-то хваткой звериной в болоте топит связкой тиной, и мы уже дошли до дна. Не может солнце луч пробиться, не можем мы остановиться, тень одиночества видна.
слова еще роятся в горле, но нет уже той прежней боли, и непонятно, чья вина. Лишь тонкой ржавой паутиной покрылся пол нашей гостиной, и эхом вторит тишина. Без слов любовь обречена, без слов любовь обречена, лишь тонкой ржавой паутиной покрылся пол нашей гостиной, и эхом вторит тишина. Без слов любовь обречена, без слов любовь обречена. Следующая композиция. Спасибо. Ольга Боровикова, «Как озябший птенчик». Друзья, посмотрите. Видео Валентины Цыкановой. Без тебя опустел шар земной, не стенеет уже тень одинокая. Задаю вопрос непростой, но молчит эта дама жестокая. Без тебя опустел шар земной, на стене только тень одинокая. Задаю вопрос непростой, но молчит эта дама жестокая. Подобрать ключ не просто в миру, где в иллюзиях жили беспечные, зря надеждами тешились впрок, хоть казались они безупречными. Подобрать ключ не просто в миру, где в иллюзиях жили беспечные, зря надеждами тешились впрок, хоть казались они безупречными. Тень из прошлого словно скелет возникает штрихами вдруг в памяти, уплывает туманный сюжет. Не найти мне следов снежной замети, тень из прошлого словно скелет возникает штрихами вдруг в памяти, уплывает туманный сюжет. Не найти мне следов в снежной замети. Миражами куда-то лечу, вновь за горло берет одиночество, губы стисну во сне кричу. Тень твоя наяву, как пророчество, краски дня потускнели в стекле. Уплывает закат сероленточкой, не согреться ушедшим теплом. Я как птенчик, озябший на веточке, краски дня потускнели в стекле. Уплывает закат сероленточкой, не согреться ушедшим теплом. Птенчик, озябший на веточке, без тебя опустил шар земной, на стене только тень одинокая. Задаю вопрос непростой, но молчит эта дама.
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, песня «Экспромт», как озябший птенчик. Слова Ольги Боровиковой. Следующая композиция «Мы сегодня у костра». Стихи Натальи Давыдовой. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». Композиция «Несовпадение совпало». Стихи Ирины Будко. Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Друзья, «Несовпадение совпало». Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Видео из интернета из цикла «Ожившая поэзия». Совпало все, и свет, и слезы, и стук сердец, а стрелы.
золоты, медовый взгляд, мартовые розы, цвет одуванчиков хмельных. Совпало, да, не совпадения, от ненависти до любви, червоной масти сновидения, крестов ужасные черты. Совпало так, стихи и проза, не то чтобы романа взрыв. Шипы, как острые занозы, на вред бьющие поты. Совпало так, стихи и проза, не то чтобы романа взрыв. Шипы, как острые заносы, на вылет бьющие поты. Совпало все, и свет, и слезы, и стук сердец отстрел золотых, медовый взгляд бордовой розы, цвет одуванчиков хмельны. Совпало, да не совпадение, от ненависти до любви, червоной масти сновидения, крестов ужасные черты. Спасибо за внимание. С вами был следующее и последнее на сегодня произведение. Здравствуй, Март. Стихи Бакатина. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую Бакатина. Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Здравствуй, Март. Видео из интернета. Из цикла «Ожившая поэзия». Звень копейная бормочет, прочь зима, проснулся март. День по Божьей славе кочет, рад весне и старым лам. Полыхает в небе солнце желтым праздничным блином. На скамейке под оконцем кошка тешится с котом. Недалек тот день желанный для задорной ребятни, когда в полдень за дворами вспыхнет чучело зимы. Недалек тот день желанный для задорной ребятни, когда в полдень за дворами вспыхнет чучело зимы. Звень копейная бормочет, прочь зима, проснулся март. День по Божьей славит кончит, рад весне и стар, и млад. Полыхает в небе солнце желтым праздничным блином. На скамейке под оконцем кошка тешится с котом. Спасибо за внимание. С вами... И на этом, друзья, я заканчиваю наш мини-концерт из цикла «Поэтов имена в ожившей поэзии». Это был
17-й выпуск в этом цикле, и мы уже отобразили более 80 поэтов этого цикла. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фомович. Всего доброго. До новых встреч.